Добрый вечер, Юля. Здравствуйте. Итак, хотелось бы спросить, что вы можете посоветовать молодым дизайнерам для того, чтобы им достичь высот? Может быть, какие-то есть секреты? Секреты – это самый большой секрет, наверное, может быть, не секрет. Это сильное желание работать в этой области, в области дизайна одежды. И, конечно, наличие, я не знаю, вкуса, потому что я сейчас посмотрела вот эти все коллекции, да, конечно, вкус – это, наверное, одно из главных таких признаков, вернее, факторов, которые должны присутствовать при работе в этой области. Вкус, чувство стиля. То есть вкус, чувство стиля и, наверное, материалы, да, немаловажно? Материалы, знаете, можно даже из копеечных материалов сделать так, что это не будет видно, что это дешевые материалы. Но если человек работает, дизайнер работает в каком-то, ну, минималистичном, например, стиле, да, там, конечно, материалы видны, из чего сделано. Это у нас беда наших российских студентов, ну, и дизайнеров тоже, что, конечно, дефицит материалов в России. А вот у вас, в ваших коллекциях преобладает черный цвет. Это с чем-то связано? Ну, я работаю в готическом стиле, да, тоже все знают, черный с бордовым, серебро вот в последней коллекции в осенней было, ну, вот, тянет меня на это, нравится. Ну, то есть, если готический стиль, то какая целевая аудитория вашей коллекции, то есть, на кого она в первую очередь предназначена? Знаете, вот на удивление, до сих пор даже для меня самой, целевая аудитория абсолютно разная. Единственное, что я заметила, ко мне, когда приходят мои клиенты, они уже знают, да, в каком я стиле работаю, они не приемлют цветные яркие, набивные ткани, я имею в виду, однотонные, да, вот набивные же, это уже немножко что-то другое. То есть категория людей, которые у меня одеваются, абсолютно разная. И от девочек для выпускных экзаменов, мы сейчас вот, у нас много заказов очень, до женщин такого возраста, которые любят роскошь и минимализм вот, одновременно. Почему вот из двух недель мод вы выбрали именно неделю моды в Москве, а не российскую неделю моды? Знаете, вот уже сколько, я шестой сезон поучаствовала, как-то с первого раза у меня хорошие впечатления сложились об организации недели моды в Москве, об условиях, и поэтому я не изменяю своему выбору вот. И не собираюсь, наверное, в ближайшее время. То есть, понятное дело, что и участвовать и там нет смысла. Ругать не нужно. Да, не хвалить, не ругать никого. Просто для меня это более приемлемо, мне нравятся условия работы. Именно в гостином дворе, потому что там еще и шоурумы представляют. То есть, есть смысл ходить туда. Хорошо. Здесь пару слов о конкурсе «Ассамблеи моды». Пару слов. Ну, хочется пожелать просто всем студентам. А, вот, да, насчет студентов. Если выбирать из категории студенты, профи, юниоры, конечно, студенты – это вне конкуренции. Это самая креативная, самая интересная часть, которую мы смотрим уже. Вот я второй сезон участвую в жюри, работаю. И прихожу к этому выводу, что студенты – наши молодцы. Вот. А по части организации, конечно, тоже с каждым разом она улучшается. Вот тоже остается выразить благодарность организаторам и также пожелать им успехов в этой области.